Здравствуй. Здравствуй. Кто ты? Какой ты красивый. Я лис. Поиграй со мной. Мне так грустно. Я не могу с тобой играть. Я не приручен. Ах, извини. А как это приручить? Это давно забытое понятие. Оно означает создать узы. Узы? Вот именно. Ты для меня пока всего лишь маленький мальчик. Точно такой же, как и 100 000 других мальчиков. И ты мне не нужен, и я тебе тоже не нужен. Я для тебя всего лишь только лисица. Точно такая же, как и 100 000 других лисиц. Но если ты меня приручишь, мы станем нужны друг другу. Ты будешь для меня единственным в целом свете, и я буду для тебя только одним в целом свете. Я начинаю понимать. Была одна роза. Наверное, она меня приручила. Очень возможно. На Земле чего только не бывает. Это было не на Земле. На другой планете? Да. Скучная у меня жизнь, но если ты меня приручишь, моя жизнь словно солнцем озарится. Твои шаги я стану различать среди тысячи других. Заслышав людские шаги, я всегда убегаю и прячусь. Но твоя походка позовет меня, точно музыка, и я выйду из своего убежища. И потом смотри, видишь, вон там в полях зреет пшеница. Я не ем хлеба, колосья мне не нужны. Пшеница поле ни о чем мне не говорит. И это грустно. Но у тебя золотые волосы. И как чудесно будет, когда ты меня приручишь. Золотая пшеница станет напоминать мне о тебе. И я полюблю шелест колосьев на ветру. Пожалуйста, приручи меня.